Снимаешь? Потом на монтаже там сделай красиво, понял? Как будто я вылетаю с самолета. Да, я все сделал, Андрюх, не переживай. Бух! Ну что, дорогие друзья, всем привет, вы на канале Рейс, и сегодня у нас долгожданный третий выпуск антипикапа. Чё? Йо. Давай ты просто бит подложишь, а я сейчас что-нибудь зачитаю. 1, 2, 3, да мы катим, прыгнули на катер, да. Снимай, Ваня, блядь. Короче, какая-то хуйня, на, забирай свои биты. Короче, давай еще раз я нормально всем скажу. Мои кореша, всем привет, вы на канале Рейс. Сегодня у нас долгожданный третий выпуск антипикапа. За камерой у нас сегодня, за пультиком, за штативчиком, объективчиком сегодня у нас Иван. Но не забывайте, это взять ручку, блокнотик, записывать фразочки, потому что этими фразочками вы будете пользоваться. Нихуя себе, малышечка пошла нахуй. Потому что этими фразочками можете пользоваться и также пикапить своих девочек, милф. Чё, самое главное, это поставить паузу, поставим лайк, подпишемся и подпишемся на мой инстаграм. Может, а мы тоже подпишемся заранее там? Ну, мы посмотрим, давай, если хорошо. Если этот выпуск зайдет и мне скажут, что оператор охуенный пацан, то в следующем выпуске я вставлю твой инстаграм, чтобы на тебя тоже подписались. Согласен? Ребятки, самое главное, напишите потом после этого выпуска, как вам вообще мой новый оператор. Ваня зум на милф, называйте его так. Короче, чё, хочу сказать. Мы начинаем. Девушка, здравствуйте. Добрый вечер. Вы мне напоминаете часы. Правда? И почему же? Потому что всегда, когда на вас смотрю, у меня стрелка стоит 12 часов. Сгораю, горю. Слава богу, что не на 6. Привет. Ты не здороваешься? Нет. Блядь, ты кто такой, сука? Почему? Я просто хотел тебе сказать, что ты мне напоминаешь сигарету Чапман. Такая же дорогая и сладкая. Привет. Привет. Слушай, я, конечно, не Макс Корж, но... Это и плюс. Но есть одно но. В том, что при виде тебя мой малый повзрослел. Не пошли, блядь! Саня, нахуй! Ты вела хряхта! Привет! Здрасте! Слушай, нет, а ты... Давайте не будем разговаривать. Почему да я... Да мы видели, вы тут давно уже отшиваетесь, совсем покойтесь и так далее, так что не прокатывайся. Привет! Привет! Слушай, я смотрю на тебя и думаю, кого ты мне напоминаешь? Вспомнил. Ты мне напоминаешь куколку из кукольного театра. Наша кукла. Итак, вставляем 2 пальца. Я бы тобой тоже там поуправлял. Привет. Куда ты убегаешь? Я тебя видела. Бля, это ебать. Они, Саня, они уже были. Я вспомнил. Саня, похуй, снимай. Саня, снимай. А я не к тебе. Привет. Это прикол, понятно. Я, конечно, не Макс Корж, но при виде тебя мой малый повзрослел. Девушка, я вам хотел сказать, вы похожи на мой второй носок. Почему? Я вас всю жизнь искал. Привет. Вот смотрю на тебя и думаю, кого ты мне напоминаешь? А, я вспомнил. Я много кого вспомнил, знаешь, кого напоминаешь? Картошку. Тебе тоже хочется отжарить на ужин. О, подкат. Достойный Оскара. Девчонки, вы такие красивые издалека, я же засмотрелся. Спасибо. Жаль только, что издалека. Девчонки, привет. Может, замутим? Нет. Только не торопитесь с ответом, потому что если вы мне скажете «да», то вы будете летать в Дубай не на работу, а на отдых. Замутим? Все, давайте. Настроение ничего. Вы снимаете, что ли? Где ваша скрытая камера? Не скажу. Этого не будет в интернете? Будет. Если будет, мы вас упомним. Потом. Я в покое не оставлю, гондон, я ж тебя найду, блядь. Найду, отъебу, сука, и получу из тебя еще, полупидор, блядь. Ну и где ваша камера? Вон. Куда вы будете выставлять? Тикток, инстаграм. В тиктоке? Да. А какой у вас профиль? Ну что происходит? Рейс, можешь посмотреть. Давайте. Так, сейчас будет оценка будет. Закрытый профиль? Ну как, зачем? Чтоб люди подписывались. Тиктоке? Это не тикток, сейчас миллион тиктоки заблокировали.
Вчера. Вчера, да. Я не знаю, как-то 1 миллион в ТикТоке сделал. Давай потом все это, потом все увидишь, увидишь себя в выпуске. У тебя петличка. Петличка. Привет. Слушай, я тебе хотел сказать, девушка... Аня, давай ты подойдешь, и мы поговорим. Не, пускай она даже не скидывает, пускай Аня не скидывает трубочку, пускай тоже слушает. Да, Ань, слушала. Ань, послушай, пожалуйста. Да. Ты знала, что ни одна девочка не может доставить столько удовольствия, сколько две? Подружка согласна? Нет. Привет. Я, конечно, не Макс Корж. Но при виде тебя мой малый повзрослел. Привет. Здравствуйте. Не бойтесь, не, я не кусаюсь. Я просто хотел вам сказать, что вы мне напоминаете часы. Серьезно? Да. Ну, скажите, это комплимент или нет? Ну, вы спросите, почему, я вам скажу, почему. Мы должны купить часы здесь? Нет, нет. Я говорю, вы мне напоминаете часы. А, ну скажите, почему? Потому что всегда, когда на вас смотрю, у меня стрелка стоит на 12 часов. Почему вы на меня вообще смотрите? Да ты что, охуел, блядь? Как часто вы на меня смотрите? Очень часто, очень часто. Спасибо. Хорошего дня. Привет, девчонки. Слушайте, а включите Bluetooth, пожалуйста. Что такое? Зачем? Просто хотел вам передать красивую внешность. Пожалуйста. Красавец, брат, лучший. Давай, давай, братишка. Привет. Привет. Я, конечно, не дрессировщик, но палку бы тебе закинул. Привет. Да? Когда? Я не помню. Я уже не запомнила. Она говорит, ты же ко мне подходил. Когда, блядь? Девчонки, привет. Слушайте, я ужасно боюсь красивых девушек. И что? Может, сходим на свидание? Я хочу перебороть свой страх. Ведь я сгораю, готовлю вдох, пах ты Диор, я искал тебя. Сейчас, секундочку, девчонки. Привет. Привет. Ты мне напоминаешь часы. Знаешь почему? Это нас снимает твой друг, да? Нахуй ты, бля, снимаешь, еблан? Бля, зачем ты спалила? Часы? Потому что всегда, когда на тебя смотрю, у меня стрелка стоит на 12 часов. Там меня девчонки звали, Саня, мы идем туда. Нам туда. Привет. А знаешь, в чем разница между тобой и Парижем? Нет. В Париже я был. Привет. Привет. Слушай, ты мне напоминаешь часы. Знаешь почему? Не говорите. Потому что всегда, когда на тебя смотрю, у меня стрелка стоит на 12 часов. Я не понимаю. А вот... Ты втираешь мне какую-то дичь. Не поняла? Нет. Ну ладно, ничего страшного. Хорошего дня. Привет. Привет. А ты мне напоминаешь картошку. Потому что тебе тоже хочется отжарить на ужин. Привет. Привет. Я, конечно, не Макс Корж, да. Но при виде тебя мой малый повзрослел. То есть? Это шутка такая, да? Да. Шутка нет? Я просто похлопаю. Хорошего дня, девчонки. Привет. Слушай, а ты мне напоминаешь рынок криптовалюты. Просто жалею, что не вошел в тебя раньше. Привет. A few moments later. Она не будет сниматься для ваших клиентов. Не будет? Хорошо, извините. Девчонки, привет. Привет. Слушайте, вы мне напоминаете безбилетный проезд в автобусе. Почему? Вас тоже хочется поиметь и не заплатить. А?
Они пропалили, блядь. Да похуй, давай, Саня, пошел бежать. Давай, я к ним подойду. Я к ним подойду. Нет, я к ним подойду. Там со спины к ним подойду. Вот так вот подойду. Ты просто там с лица сними, просто. Да, давай, давай, давай. Блять, я иду, она на меня палит. Да похуй, да похуй. Слышишь, так она прям. Да похуй, снимай, похуй, снимай. Наоборот, она подыграет, она поиграет, она поиграет. Подыграет, давай, иди. Похуй вообще. Давай. Приветики, можете тебя развернуть сюда? Слушай, я просто смотрю на тебя и думаю, кого ты мне напоминаешь? Ты как будто Додж из Доты 2. Спасибо, мне такие комплименты вообще. Я был бы рад, если бы я тебя завалил. Спасибо большое. Сука, дебил, бля. Я там такую хуйню не сказал. Саня, блядь, ты только... Я говорю, ты как Додж, нахуй, из Доты 2. Что, нахуй? Она нихуя не поняла, я думаю, ладно, все. Привет. Привет. Слушай, ты мне напоминаешь часы. Очень спешу, спасибо. Так я просто хотел тебе сказать. Очень приятно пообщаться, спасибо. А знаешь, почему часы? Не знаю, лишь спасибо. Всегда, когда на тебя смотрю, у меня стрелка стоит на 12 часов. Отлично. Привет. Привет. А знаешь, что вообще между тобой и лампочкой? В том, что если я в тебя вставлю, ты тоже засияешь. Интересно. Привет. Ой, привет. Слушай, я приехал по программе Work and Travel to your Pussy. Языком владею отлично. Примешь меня сегодня? В смысле? Ну, к себе примешь? Привет. Слушай, я приехал по программе Work. Слушай, смотри ТикТок. Мне стыдно, пипец. Почему стыдно? Скажи, блин, тысяча просмотров. И что? Какая разница? Да, я позорюсь. Девушка, здравствуйте. Смотрю я на вас и думаю, кого вы мне напоминаете? А, вспомнил. Так, берем кукол и начинаем все то же так. Куколку из кукольного театра. Я бы вами тоже там поправлял бы. Привет. Привет. Мы знаем, что вы тиктокер, поэтому нас снимать не надо. Привет. Я не на себя смотрю, честно. Я знаю, я просто тебе хотел сказать, что я приехал по программе Work and Travel to your Pussy. Языком владею отлично. Приедешь меня сегодня? Это очень прикольно. У тебя не линзы, у тебя свои глаза. Да, у меня свои глаза. Блин, прикольно, просто на контрасте очень выделяется, тебе да? Идет. Да что ты, черт побери, такое несешь? Спасибо. Так нет. Что, примешь, нет? Не-не-не, у меня сегодня другой. А. Ну пошла нахуй! У тебя линзы, не линзы? Хуй знает. Не, вроде не линзы. Привет. Привет. Слушай, ты вот как Пудж из Доты 2. Не понимаю, что это такое. Я просто хотел сказать, что я был бы рад, если бы я тебя завалил. Классно. Спасибо. Молодец. Хорошего дня. Пока. Здорово. Ты меня снимал? Да, тебя. Я тебе хотел сказать, что третий выпуск антипикапа подошел к концу. Что нужно самое главное сделать в конце? Кончить. Нет, брат, ну это понятное дело. А поставить лайк нужно? Поставить лайк. Да. Дальше что еще? Подписаться. Подписаться, молодец. Поставить колокольчик. Поставить колокольчик, ну это обязательно. Чисто так, на ход ноги скажу. Знай, что если не повезло в любви, повезет Милфа в Турцию. You got...